снова попытка убежать. Уже с немного сил, но смотрите-ка, отбирает шайбу, выход один в один. И второй гол в меньшинстве у «Авангарда». 4-2, это Дедунов. Напомню, 0 голов в меньшинстве в регулярке. 0-2 шайбы за второй период. Ну, вообще, конечно, к Энтверу есть, скажем так, вопрос. Вот здесь. Ну, так нельзя терять. С одной стороны, можно поругать Кельфера, но давайте о положительном, да. Понимаете, как боролся здесь Кирилл Семенов.